Здравствуйте. Вот луна растущая после новолуния начинает расти. Луна. Дед вышел в огород. У него тут столбики стоят. Сейчас включит фонарик и пойдет ловить. Собирать даже, я бы сказал бы, раков, как грибы. Так, тихонько подкрадывается. Тут у меня всегда стоит вот такая вот подпорка. И за ночь должно насобираться немножко раков. Так вот. О, сейчас светом сделаю. А, вот он. Вот он один сидит. Вот он. Так, это что у нас? Это хороший. Есть ведро его. Так, что тут у нас дальше? Тут, о, ползет. На свет. Вот, давайте его сюда. Еще один. Так, два. Это я ему домик с кирпича делаю. О, три. Это вот и с икрой. Видите, вот икра красная. Эту девочку мы оставим. Берем только мужиков. Девочки нам нужны. Так. Пускай сидит. А тут вот под листьями. Они листья растаскивают. Ну, пока два. Сейчас еще здесь вот. О, третий. Поджал как хвост. Ну, посмотрите, красавец. Глаза блестят. Так, три штуки. А тут что? Пусто. Так. Под листьями ничего нету. Червей сожрали. Так. Три. Там не повылазили. Сейчас здесь посмотрим, что у нас есть под стеклом. Нету. Стекло вот лежит. Там под кирпичами. О, о, в воде он плавает. Он в углу два. Видно вот. Сейчас ближе подойду. Ближе подойду. Вот они. Он в воде. Три. Вот раз, два, и он третий. Четыре. Четыре. Ну, ничего страшного. Три поймали. Он пятый. Если видно, он пятый. Он сидит там. Пятый. Ну, там надо крышку подымать. Они днем, когда солнце хорошо прогревает под стеклом землю, там создается такой парничок горячий. Черная покрышка еще под стеклом. И они туда вот залазят. Девочка, он сидит там с икрой. Ну, троих, наверное, я выпущу. Хотя бы штук 6-7 было. Да ничего есть тут. Просто переводить газ из-за них. Хай ползают. Было бы хотя бы с десяток этих. Можно положить их в ведро. Завтра еще вылезет. И так можно за недельку насобирать и 10 штук. Ну, посмотрим завтра, что будет. Пока я вам показал, что вон
окна горят соседей, собаки гавкают, сарай. И деда здесь накрываем вот так вот аккуратненько стеклом. Пускай сидят. Сегодня слабая охота. 3 штуки маловато. Ну, за неделю, если по 3 штуки, можно десяток и набрать. Так, хорошо. Идем опять. Вечер прохладный. Наверное, градусов 5-6 будет. Пускай ведро нам не нужно. Свет выключаем. Все. А луна растет. Пока.